Они видно непрозрачные, но я так понял, в любом случае видно, Surprise! да? Надеюсь, команда моя не против, потому что я тут настраиваю немножко. Так, ладно. Поехали играть. Возможно, первый раз у меня не все четко получится, но будем надеяться на лучшее. Так, ладно. Неудобно, конечно, одновременно играть и следить за этим. Когда я тестил, то все было, в принципе, отлично. Не знаю, почему сейчас не вылезло сообщение. Или, может быть, я просто его по какой-то причине не видел. Но то, что есть как минимум звук, это уже радует. Так, о, Тайдхантер. Это снайпер умеет с такими общаться. Только проблема лишь в том, то, что я просрал сейчас 4 крипа. Да, с левелом, конечно, Тайдхантеру совсем печально будет здесь стоять. Не будет, наверное. Surprise, motherfucker! Так, ну и посмотрим сейчас через какое-то время. Surprise, motherfucker! О! Вот, есть. Все отлично, ребят. Приветствуем новых субскрайберов. Все работает. Отлично. Можно поиграть теперь в доту спокойно. И об этом уже не думать. Кстати говоря, спасибо людям, которые присылали свои варианты сообщения, свои варианты оформления этого сообщения. Были действительно хорошие варианты. Ну вот выбрал этот. Надеюсь, вам понравится. Авторам этого варианта отдельное спасибо. Так, а вообще слыхал я, что в доту выигрывают мидасы, поэтому попробую сейчас взять ботинок и, может быть, даже мидасик себе бахнуть. Хотя посмотрим, если враг будет просто бегать и убивать всю карту, то мидасик особо не поможет. Короче, все, пора просто-напросто Surprise, расстреливать этого motherfucker! Тайдхантера. Бахаем, бахаем, бахаем. Тебе нравится, Тайд? Тебе нравится? Надеюсь, тебе нравится, Тайдхантер. Вообще, я надеюсь, что не слишком громко. Но если что, я думаю, как-то можно будет сделать потише. Правда, я пока не знаю как, но ничего, разберемся. Так, крипчики, крипчики, позвольте мне вас убивать. А Тайдхантер себе пошел уже стак аттеншентов. Не очень хорошо, но ладно, я буду пушить таггер. Так, квапа из миссинг, да? Ясненько, понятненько.
Surprise, motherfucker. Так, ну на шестом можно попробовать его и убить так-то. Surprise, motherfucker. Блин, прет мне этот звук что-то. Хотя, блин, любой звук на самом деле надоест, как будильник. Если постоянно его слушать, то он уже начнет бесить, не рад. Но можно будет, если что, сменить. Так, вообще у меня тут два варианта. Можно момчик сделать, можно мидас. Не знаю, ну ничего. Деньги есть, бабки не проблема, так что все в порядке. А пока там Тайдхантер отводит, можно вот просто терроризировать Таур. Не, ну вообще-то мидас для снайпера это очень хороший артефакт, я считаю, поэтому я его, пожалуй, возьму. Как бы сам по себе 30% скорости атаки, это неплохо. Тут проблема, что мы даем очень много левела Тайдхантеру. Ну ничего страшного, ничего страшного. Surprise, motherfucker! Здорово. Но зато меня ганкать уже никто не будет. Наверное. Хотя он может все равно прийти и убить меня, потому что я снайпер, у меня 600 хп. А Тайдхантер 6 левел. Не, все, он здесь уже. Да, и все-таки это будет мидас. Да, сука. Банк ему, наверное, не сильно поможет все-таки. Surprise, motherfucker! Еще бы варды не помешали очень сильно. Так, вард, плиз. Надеюсь, не поняли, о чем я. То, что каши нет, это действительно плохо. Surprise, motherfucker! Я вот могу вот так вот сделать. И ничего мне за это не будет. А тебе надо домой идти, Тайдхантер. Так, все. Скорость, атаки. Можно и тавр, в принципе, забрать, попробовать. Так, а сверху Сларк. Что собирает? А непонятно, что он собирает. Было бы плохо сделать Tower Denial, поэтому лучше сдинаю эту хрень. Tower не добьет. Да, с Vision у нас действительно проблемки были. Вообще я тут задумываюсь о том, чтобы дагер сейчас собрать сразу себе. Возможно, ПТ дагер, к примеру. Surprise, motherfucker! Что, ебанулся? Нет, серьезно? В одиночку? Ну это вот это же в натуре был surprise, motherfucker. Так, ладно.
Что-то мне уже как-то цикнуть стоять на линии, честно говоря. Поэтому уж попробую крипа съесть. У нас чувак в лесу, кстати, но он вроде как неплохо себя чувствует. Так, вот здесь попробуем покачаться. И Мидас не кидается, Мидас не кидается, ай-яй-яй-яй-яй! Все, можно вздохнуть свободно. Так, а нас все ебут, ебут, а мы крепчаем, да? Ну хорошо, хорошо. Вообще, учитывая сейчас это состояние на карте, то как нас бахают, я думаю, все-таки я сделаю себе дагер. Какая защита, а? Какая защита? Хотя, с другой стороны, у нас скоро активизируется Акс. Инвиз Аквапы, здесь Вич-докторы всякие, другие ребята. И мне реально сыкотно, мне реально поджимает щечка. Потому что я здесь один, Акс не хочет помогать, у него пока еще нет даггера. Сларк сверху, Аквапа на меде, но здесь очевидно трое. Снизу. Вот, забирай тавр, постою-ка я тогда... Вот здесь вот. Ага, два мяса. Ну, нормально. Может, враг сейчас выйти сюда куда-нибудь. Так, ну снизу сейчас лайн пропушится, и уже неплохо. Хотя, блин, можно что-то на дамаг сделать, по сути своей. Потому что от даггера мне ни тепло, ни холодно. Хотя вообще даггер это нормальная штука. Буду щекотать, но зато не буду умирать. Так, у нас продолжают ебать. Хорошо. Отлично, отлично. Давайте, ребят, продолжаем. Вот он, первый ганг. Даггера. Акса с даггером, точнее. Так, ну у меня снизу вроде как врагов сейчас нету. Хотя даггер это плохая идея на самом деле. Это охренительно плохая идея. Потому что Сларк скоро будет Шадоублейдом, и вот уж мне точно будет плохо. Так, ну 2500 у меня есть. Ладно, пока покопим. Что там у Сларка? Нет, у него барабаны, Shadowblade пока еще не приближается. Энигма будет с даггером, очевидно. Сложно сказать, что мне нужно. Тайдуха с даггером. Так. Это раз. В
Вообще, опять же, Shadow Blade мне никакой живучести не даст. Меня просто смогут прыгать. Убивать. Опа. Ага. Не, все, мина. Ребята дерутся на вражеской части карты при счете 1-8 и что-то еще не понимают. Интересный момент. Блин, там, в общем-то, одни блинкеры. Они все-таки блинкаются и дерутся. Что бы мне такое сделать, чтобы хоть немножко жить? Хотя о чем это? Я жить тут в любом случае не получится. Что мне Дота посоветует? Дота советует ПТ и Shadow Blade. БКБ у Акаши. В общем, да, возьму-ка я себе эту штуку. Сларк Шадоу Блейдом уже тоже. Так, враг идет вниз, а каши просветок нету у ребят. Сларк Shadow Blade нажал. Surprise, motherfucker! Так, ладно. Что же делать, как же быть? Охуительно, блядь. Короче, все это просто пиздец. Они идут, просто их фидят. Как он хотел убить эту копу поганую? Зачем я там стоял и ждал? Отличный вопрос. Surprise, motherfucker! Боже мой, я ведь даже не фидел. Я ведь даже не фидел. У меня еще ноль. Я стоял на одной долбанной линии и ничего не делал. Но все равно мы оказались в полном говне. Нормальная тема. Хотя бы у них сентрей вардов нету. Не, ну типа я с Мидасом, я может что-то там нафармлю даже. Посмотрим. Thank you.
Ну, Сларк себе может позволить все что угодно, потому что у него фишный просто как сука. 10-1-6 у пацана бегает. Собрал себе ПТ барабаны. И по сути своей Shadow Blade у него должен был появиться поздно. Но нет, команда так не думает. Команда просто нафидела как суки. Эх, хрен его знает. Просто хрен его знает. Как выиграть в ММ, ребята? Вопрос остается открытым. Так, ладно, пора мьютить всю команду, потому что это какая-то херня. Кстати, один парень так у меня уже был в мьюте. Заслуженно, судя по всему. Так, Сларк. Сларк здесь, в нашем лесу. Значит, можно сверху немного покачаться, попушить. Хрен его знает. Так, ну он убил пока всего одного, это здорово. Он мог бы убить всю нашу команду, например. Так, да, давай собьемся ТП-шечку. Как базу будем дефить? Я вот тоже не знаю. Да, Сларка нету здесь. Есть подозрение, что он сейчас будет убивать нас. Он сверху идет сюда. А вот и фраг. Результативность. Окей. Ну, что, от этой игры больше ничего не следовало ждать на самом деле. Чоп! For the win. Surprise, motherfucker! Это вот для Enigmas, видимо, было сказано. Ай, блядь. Ай, блядь, из игры в игру просто все та же хуйня, все та же хуйня. Команда фидит как мрази, как ебаные мрази. Пацанчик с догоном, все у него в порядке. Не стоит расстраиваться, правильно? Правильно. Хотя бы у Сларка гем отобрали, уже приятно, только там некрат третий уже есть, и вообще все очень плохо.
я такой без палева, без палева. Ага, ага. Ага, ну вот все, здесь меня не найти уже будет. Или ох, вейт. Угу. Сгади, хуядим. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Да Red ночь играй, русских не будет. Так ты дело, мне кажется, не в русских здесь. Блять, ну это просто несерьезно. Я реально хуй его знает. Ну как выиграть это долбанный ММР? Ну вот просто-напросто команда твоя фидит как мрази. Счет 3-18. 3, мать его, 18 счет. Блять, это законно вообще? Я, блядь, просто стою на вот этой вот легкой линии. Я не ворую ни у кого фарм толком. Фарм ваш, забирайте, мне он нахер не нужен. Только, блядь, не фитьте, как суки, я прошу. Нет, нет. Не все так просто. Здорово. Здорово, супер, просто класс. Делаем фраги, все отлично. Так, ох, вейт, у нас падает база. Небольшая плохая новость. А так-то все было отлично. Команда просто класс. Победи, попробуй нас. Тут начинаются проблемы. Потом эти кончи будут на Дреда валить злост. Так они уже это сделали. То, что у нас снайпер, он, блядь, ничего не делает. Именно поэтому всосали со счетом 3-18. Это все снайпер, ебаный снайпер. Когда я только, ребят, когда с линии вышел, счет был уже 1-8. Ну, что тут скажешь? Да нихуя тут не скажешь. 2-12, Скайрат Мак. Потому что я, типа, тут тоже начал фидить, байбекаться, фидить. У меня было 0-0 до вот этого момента сверху, когда случилось неладное. Не, безусловно, тут, конечно, еще можно сказать, блять, ты собрал Shadow Blade, это вот бесполезный артефакт. А я извиняюсь, конечно, какой артефакт здесь будет полезен? При том, что тебя ебут, у всех уже появились блинки, а ты снайпер. Какой? Такого, по-моему, нет артефакта в доте. Если бы был, я бы знал бы о нем. Помочь нахер не надо, лучше постоим, подождем. Не, ну да, ладно, короче, все, хватит об этой игре. Травела, травела плюс гост. Сларк сосет. Здорово, но вот в таком случае квапас с хиксом на 20-й минуте меня ебет просто в очеково. Не, Нигма то же самое может делать.
Я не знаю, надо было брать Фейзы и Мом, пытаться что-то сделать. Просто... Ебаный цирк.